Всем привет, друзья! Канал Масалим. В работе у нас Хавал F7. Автомобиль приехал к нам. Сделать шумоизоляцию 4 слоя. Делаем по программе премиум 4 слоя. Поэтапно показываю, где какие слоя мы наносим. Для поверхность обезжирили, нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Второй слой мы наносим мембранный шумопоглотитель 6 мм. Третий слой клеим также вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на 2 мм шипки. Шумопоглотитель 15 мм. Сейчас доделаем, соберем обшивки, все проверим, автомобиль готов. Такие слои мы наносим в программе. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!